Вот с 95 года проводились исследования физиков Оксфордского университета, американских университетов о душе. И вот как заявлено этой теорией, которую они вывели, душа человека – это нечто куда больше, чем просто результат взаимодействия нейронов в нашем мозге. И, скорее всего, каждая душа существовала не с момента нашего рождения, а с начала времен. На самом деле наша душа вовсе не умирает, она просто возвращается во Вселенную. Но это они вышли уже в философию, а не в физику. Никакими приборами они не могут это измерить. Это уже чисто умозрительные какие-то выводы, конечно. Вот можно вот о душе? Вот что такое душа? Существует ли она вообще с начала зарождения человечества? Я не физик, и не лирик, и не философ, и тем более не отношусь к этим оксфордским физикам, которые стали уже и физиками, и лириками, и философами. Кстати, получали деньги за свои исследования? Ну, естественно, получали деньги, тем более. Я каббалист. А каббала говорит очень просто. Желание лежит в основе всего, что у нас есть. Желание и не более того. Где здесь душа? Особое состояние желания называется душой. Какое состояние должно быть желание, чтобы назваться душой? Скажите. Отдающее, любящее, вне себя. Что для этого надо сделать? Ну, для этого надо пытаться сделать таким себя. Это в силах человека? Нет. А в чьих силах это сделать? Для этого надо заниматься по особой методике, которая называется каббала. Вот что это за методика? Она привлекает особую энергию, которая так формирует наше желание, что оно может желать быть в другом, отдавать другого, насыщать другого, наполнять, быть связанным с другими. Вот что делать, что это звучит мистически, привлекает энергию, работает? Нет, но эта энергия существует вокруг нас. Это энергия общения, эта энергия, она не какая-то потусторонняя, хотя она, мы называем ее высшим светом и так далее. Это свойство отдачи, которое существует в природе, свойство любви, которое находится в природе. Почему оно существует? Да потому что вся природа построена на этом свойстве. Каким прибором это уловить можно, вот эту вот энергию? Улови, как тебя любит ребенок, жена, мать и так далее. Улови это, как ты это уловишь? Ну, уловлю тепло какое. Тепло, ну, тепло. Где, что это за тепло такое? Ты уже философ. Ты уже какой-то мистик. Но меня это греет. Что за детский лепет? Существует эта энергия, существуют эти силы, но мы их не можем определить с помощью никаких приборов, измерить, заключить в какие-то аккумуляторы, что ли, эту добрую энергию и так далее. Это все только лишь в нас, в наших чувствах. А чувства наши – это наше желание, направленное определенным образом друг к другу. Или любовь, или ненависть. Ничего такого сложного нет. И душой называется? И душой называется моя предрасположенность к другому. Это называется душой. То есть правильное, доброе отношение к другому – это уже зачаток души человека.